Здарова всем, это князь. Сегодня мы играем в Star Conflict. Эта серия видео будет о почтовых дронах, где они находятся, как их найти. Сегодня мы в полигоне рейдеров. Мы находимся вот здесь. Я мушку показываю. И почтовый дрон находится вот тут. Кто не знает, что ведро — это такая хреновина, которая отправляет твой лут, найденный в космосе, тебе в ангар. Ну, у него есть время перезарядки небольшое. А в целом очень полезная штука. Если же его найдешь, можно не летать на станцию туда-сюда. Смотрим, где он находится. Вот здесь вот. Я уже свои дроны сюда поставил. Он находится, получается, между перевалом и верхней дверью. Сейчас я отключу подальше, чтобы люди видели, где кого зачем и как. Если же бой подлететь, то он находит падает в хреновину. Как раз рядом красные врата вражеские, которые сейчас не работают. И перевал Пантагаса. Вот тут. Надеюсь, я что-нибудь помог.